Итак, доброго времени суток, продолжаем снимать обзоры на еду и напитки. Вновь у нас энергетик Zero Me, без сахара, уже снимал на него много обзоров, разные вкусы, довольно хороший энергетик, и вышел новый вкус, цитрусовая долина. Вот. Цена сейчас дорогая, он обошелся в 165 рублей, но, возможно, будет ниже, такой новый вкус, лимитированный. Вот. Приобретался он за, ну, как я сказал, за цену, да, то есть объем 0,5. Давайте посмотрим составчик и будем дегустировать, погнали. Так, ребята, как мы видим, такой вот дизайн. Здесь у нас волейбол написано. Это прям посвященный Олимпийским играм в Лондоне 2012 год. А на банке виднеется L-карантин, аргинин, бета-аланин, кофеин, цитрулин, таурин. Неплохо, неплохо. Давайте посмотрим. Пам-дэш. Что у нас здесь есть? Да, вот как раз событие, посвященное Лондону 2012 года, в 12:00 по местному времени, впервые за 12 лет сборная России по волейболу готовится сразиться за золото в Олимпийском долгожданном финале. Шансов у нас немного, это понятно всем, ведь на противоположной стороне площадки абсолютно лидера мирового волейбола 21 века – бразильцы. Этот матч, в котором все складывалось против нашей команды, но сборная России смогла показать волевой характер, совершить эпичный камбэк и поменять ход золотого матча в свою пользу. Понятно. Даже не знал, волейболом не интересуюсь. Итак, изготовитель у нас московский город Химки. Натуральные напитки. Много у них вкусных энергетиков. Разного бренда выходят. В состав у нас входит, значит, следующее. Лимонный экстракт, цитрат на Т3 замещенный, эль-аргинин, бета-аланин, эль-цитрулин, дел-малат, ароматизатор, экстракт семян гуараны, таурин, кофеин, подсластитель сукралоза, цифам калия, цикламат натрия, сахарин, эль-карантин, сорбат калия, амидзат натрия, фалоцин, витамин С, ниацин, витамин В6, В12, краситель, карамельный колер, каротины. По калорийности в баночке на всего 10 килокалорий, 0 грамм углеводов и 0 грамм сахаров. Ну что, неплохо, состав хороший, энергетик он мощный, 5 энергокомпонентов, давайте пробовать, погнали. Ну что, ребята, пахнет очень приятно, цитрусовый вкус. Очень хорошие ароматизаторы. Такое апельсин с грейпфрутом, что-то такое. Не приторный, такой кисленький. Первое впечатление очень приятно. Сейчас как раз пойду в зал и дополню отзыв. Погнали. Ну что, мы с Томми поборолись. Кстати говоря, вот прямой конкурент это Wolf Energy, тоже энергетик без сахара, 5 энергокомпонентов в этой же ценовой категории, но стоит отметить, что вот у них вкусы все хорошие, но вот это вот крайне дерьмовое. Томми, что скажешь? Тут даже нечего говорить ничего, это самый ужасный вкус из 6 вроде, или из 5, да? Да, их штук 6. Вот, это самый ужаснейший, который я когда-либо пробовал, отдает какой-то гнилой барбариском, я не знаю, как будто бы, знаешь, это у бабушки со столет. Конфета осталась. Бабки на курагавы. Да, да, да. Вот. Поэтому вообще ужас. Пить не рекомендую. Не рекомендую вообще. Да. Что ж, ребята, да, согласен с Томми. А вот этот вкус мне очень понравился. Очень вкусный. Хорошо бодрит, приятный. Тоже без сахара. Причем здесь еще добавлен аргинин в напам. Очень неплохо. А по цене? Тоже, ну вот этот конкретно лимитированный вкус, он вышел, он стоил 160, ага. А так тоже 120-150 они стоят. Слушай, я могу уже сразу сказать ему пятерку, потому что это аргинин. Да, хороший цитрус, прям приятный. Приятно, да? Так апельсинка лучше. Да, ну сразу могу сказать, это дерьмо не пейте, это смело покупайте. Вот если вообще видите это где-нибудь, даже не смотрите туда, да. Наверное, за 70 не надо, блядь. Да. Очень хороший вкус, рекомендую. Вот, в принципе, очень много энергокомпонентов, которые могут помочь вам, то есть во время тренировки. Все, больше даже нечего сказать, пятерочка. Согласен. Самый быстрый обзор, самый, да, вкусный энергетик. Да, я тоже согласен с Томми, я поставлю 5 баллов с 5. Удачный новый вкус, симпатичный дизайн, хороший состав, без сахара, не химозный, очень приятный. Поэтому твердая пятерка, берите, не пожалеете. Настолько хочется его выпить быстро, что даже вот зубами можно промять, да. Уверен. А мы с вами увидимся в следующих обзорах. До новых встреч. Пока. Так, продолжаем поселиться с вами.
Артем, веревочку надо. Ну просто... Что делает притрен? Держи меня просто, я вижу, ты сильнее. Я даже не чувствую, что я... Пиздец, блин. Итальянский армрестлинг. Давай, Зевс, погрей его! Давай. Армаса Гаспарини заборол.